Все более популярной становится поговорка. У работников Киевской прокуратуры глаз алмаз. В последнее время дело бриллиантовых прокуроров снова набирает обороты. Итак, история одного обыска. Да. Оставаться на своих местах! Это отдел по борьбе с коррупцией! Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы сказали... Чай, кофе, новые должности. Ну, вы пока думайте. Мне нужен телефонный разговор закончить. Ты говоришь, 20 соток на берегу моря. А почему так дорого? Княжеский дворец? Слушай, давай два. Да, покупаем. На чем мы остановились? Отдел по борьбе с коррупцией. Да. Вы имеете право на адвоката. А чего вы как-то скуксились? Вот начали так хорошо, бодро, а сейчас что-то Да просто вы как-то странно реагируете. Обычно, когда мы забегаем, люди начинают в панике. Деньги есть, документы, а вы как-то... А я наелся. Прям до изжоги, вы знаете, ребята. Так, мы год за вами следили. Так. У нас есть оперативная запись, пожалуйста. Ну-ка. Так а скажите, сколько надо заплатить, чтобы закрыть дело Коняева? Труханов, да? Коняева, это будет... Это обычно я. По такси, 10 тысяч долларов. Да? А что вы так смотрите? Да, дешево. Но дело плевое было, вы знаете, ребята. Вот когда я взял 15 миллионов по курсу 8, вот это было, конечно. То есть сейчас вы подтверждаете факт взятки? Конечно, это все-таки рекорд, который никто не перебил. Вы что, ребята, не выписываете вестник прокуратуры, что ли? Какой вестник? Какой прокуратуры? Сейчас, одну секундочку, ребята. Жена звонит. Вы тут обыскивайте. Да-да, что тебе нужно? Гривны? А ты где? Дома? Тогда поднимайся на 5-й этаж. А, только 3 этажа? Ой, слушай, а ты где? А в квартире? Подожди, в каком городе? А район? А это тот дом, в котором мы все квартиры купили? Понял, да. Слушай, а что видишь перед собой? Моя золотая статуя. Ну так это в каждой квартире. Что еще? Вертолетная площадка. Все понял, сориентировала. Значит, идешь сейчас по коридору, там будет золотая комната. Ты ее проходишь. Потом будет янтарная, ты ее тоже проходишь. Там будет кладовка. Не-не-не-не, эти деньги не бери. Это для камина, это меченые. Вот, видишь, сейф? Да. Код, дата моей первой взятки. Все, целую, давай, пока. Ну что, ребята, как успехи? Есть успехи. Так. Мы тут посчитали, здесь 3 миллиона гривен. Ровно? Да. Спасибо, ребята, что посчитали. Никак руки не доходят. Слушайте, а можете еще вот этот пакет с рублями посчитать? А зачем вам российские рубли? А что, прокуроры не люди, что ли? Вы что, думаете, мы в туалет не ходим? Так. Мы вам подкинули меченые купюры. Где эта пачка? Да, сейчас где-то... Вот же она! Стол подпер. А то, вы знаете, шатается, а на новый стол в бюджете денег нет. Ну? Вы взяточник! И? Думаете, на вас управы нет? Управа есть. Так. Пишите. Так. В лесу есть дуб. Ага. В дубе дупло. Дупло. Ага. В дупле сундук. Сундук. В сундуке утка, в утке заяц, в зайце яйцо. И в яйце компромат на меня. Мы передадим дело в суд. Какой? В Печерский. Брату. В Шевченковский. Свату. Областной. Куму. А в Украине много областей. Да. Например? Черниговская. Ай. Не люблю с тещей договариваться, но придется. Так. Вот так, это хорошо. Это что такое? Это, ребят, не вам, это на залог. 4 чемодана? Да, мне обещали, что меня будут 4 раза арестовывать и 4 раза отпускать под залог. А мы сделаем так, что вас не отпустят, потому что в стране должен быть закон и порядок. Вот да. Это правильно, я тоже за порядок. Здравствуйте. Ой. Что? Я позже зайду. Да нет, о чем вы говорите, это антикоррупционный отдел. У них там какая-то операция. Что вы хотели? Я хотел вот деньги, чтобы закрыть дело. Какое дело?
А то я сейчас деньги возьму, дело не то закрою, да? А потом будет бардак. А нам нужен порядок, правильно, ребята? Да, да. Нет. Что вы себе позволяете? Ребята, я же вам не мешал. Вот и вы мне не мешайте, пожалуйста. Какое дело? Селезнёва. Селезнёва. Все хорошо. Все, идите, все будет в порядке. Ну-ну, да. Продолжим. Мало того, что вы взяточник, так? Вы еще и преступников покрываете. Каких? Да. Ну-ка, расскажите. Ваш сын, да, сбил пешехода. Ну? Что ему было за это? Ну что, отругал его, всыпал по первое число. И отпустил, он же ни в чем не виноват. Как отпустил? Как не виноват? Ну а в чем виноват человек, если он просто переходил дорогу? Ну? Егор Григорьевич, да? Вам тут передали? Да. Так, стоп, что в коробке? Заинтересовались? Тогда давайте сначала, Яночка, давай. Таран-там-там-таран-там-там-таран-там-таран-там-там-таран-там-таран-там-таран-там-там. Эй, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Да тут и думать нечего. Там доллары ворованные. Это окончательный ответ? Да. Вы поддерживаете? Да. Очень интересно. А вот и нет, ворованные евро. И приз уходит прокурору в Киевскую область. Так, хватит. Да-да, скажите, хватит, чтобы не несли сегодня. Ну-ну, договариваться давайте. Вы кем хотели стать в детстве? Полицейским. Нет, с вами не получится. А вы? Космонавтом. Поздравляю! Завтра у вас первый полет с Байконура в 8 утра. Вы что, деньги предлагаете? О, а за догадливость вот еще и бонус. Ну? Это ж сколько здесь? Ну, где-то 140-150 лет вашей месячной зарплаты, ребята. Какая разница, сколько там, это взятка? Нет, это не взятка, это другая жизнь. Ты что, не понимаешь, он нас проверяет, да? Да. Ну, если это не проверка, я тебе этого никогда не прощу. Соберите ваши деньги. О, а это поступок. Честность нужно поощрять. Ну-ка, давайте-ка я вам напишу сейчас повинную. Пишите. Давайте. Кого брали, сколько брали, кому давали. За время своей службы так. Я брал взятки в размере 1-0-0-0-0-0-0-0. Дайте листик вот этот, пожалуйста. 0-0-0-0. Ага, спасибо. Вы присаживайтесь, это надолго. 0-0-0-0-0. Так, вы издеваетесь над нами? Немножко. Вам придется проехать с нами. К сожалению, не могу. Почему? Не хочу. Как это? Егор Григорьевич. Вот, пожалуйста, смотрите. Это справка о том, что у меня в данный момент инфаркт. Вот это. Я сейчас прохожу реабилитацию. А это подтверждение иностранных специалистов. Ну? Так! Вы так не отвертитесь просто. Мы у вас нашли в кабинете вот камушки. Ага. Пожалуйста, денег. Столько, что 3 месяца считать надо. И еще ваш сын сбил человека. Вы арестованы. Яночка, код 112. Одну секундочку. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой, большое вам спасибо за то, что вы сохранили наши пенсии. Вы знаете, пенсии за 15 лет всего района. Дай Боже вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Я их забираю. Конечно, конечно. Вот видите, пенсии. Пенсии. До свидания. Егор Григорьевич, наша вам с кисточкой. Здравствуйте. Ой, спасибо, спасибо, что сохранили наши камушки. Это ваши бриллианты? Ну какие бриллианты? Это слезы всего еврейского народа. Что мне говорить? Я тот мужичок, которого ваш сын на перекрестке сбил. Как вы мне помогли? Я же раньше на такие горбаты ходил, а потом он мне раз и позвонок правым. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Поздравляю, с выздоровлением. Спасибо. Счастливо. Ну, что скажете? Вы думаете, мы на вас управы не найдем? Не думаю. Знаю. Пойдем какого-нибудь коррумпированного мента в мусорку кинем. Нет. Вот это правильно, ребята. Удачи! Show.